Ох, и зарос же у меня огород, надо все собирать. Раз, два, перцы, помидоры. Интересно, я перцы собираю, скашивая их. Помидорчики, помидорчики, капусточку. Так, вот здесь у меня было удобрено, сильно удобрено, а теперь не удобрено. Это что такое? И было все полито, и уже все не полито. Это как так, что заново, что ли, надо поливать? И почистил весь огород. Набираем воду. Польем сейчас. Реально, ребята, снова нужно все поливать. Снова нужно удобрять. А удобрения стоят дорого. Обалдеть, что за дела? Ладно, сейчас придут мои помощники и мне будут помогать. Сейчас придет дочка Рита. Рита, ты где? Я к тебе бегу. Рита, надо все полить. Сейчас прибегу и полю. Хорошо. Друзья, а у нас сегодня все начнется с путешествия. Я хочу исследовать весь остров. Рита, ты пока тут поливай. А я поисследую. Хорошо. Так, здесь какая-то пещера. 10 тысяч, и она откроется. Интересно. Денег пока нет. У меня появилась новая каменная кирка. Я могу собирать теперь руду. Добыл медь. Круто. Так, дальше идем. Яблоня выросла снова. Могу собрать яблочки. Собираю. Отлично. Еще одна руда. Ладно, все, сейчас ее... добуду и не буду отвлекаться, ребятки. Пойдемте исследовать, что же у меня здесь за остров, что у меня здесь есть. Так, идем сюда, сюда, сюда. Тут грибочки синие, красные, руда. Еще яблоня спрятана. Отлично. Здесь какой-то завал, который ведет меня на снежную карту. Но сначала нужно тот регион разблокировать. Окей, идемте дальше. Это все мой остров. Огромный остров, на котором я могу построить огромную ферму. Так, идемте по мосту на эту сторону. Здесь у нас тоже косточки, грибочки, цветочки и разные штучки. Так, здесь я исследовал. Туда пока попасть не могу. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас есть здесь. Неужели это все мое? Вот этот огромный остров мой. Сюда тоже не могу идти. Ё-моё, там тоже пока закрыто, друзья. Я-то думал, что сейчас тут как открою все тайны игры. Но пока не получается. О, здесь могу пройти. Да, здесь могу на небольшой остров пройти. Попробую проплыть. Не-а, не плывется. Еще яблочко есть. Отлично. Вижу еще одну яблоню. Рит, что ты там у меня делаешь? Да так, поливаю пока что. Все еще поливаешь? Да, мне приходится к себе путешествовать, потому что у тебя закончилась вода. Вода закончилась? Вот как так? Вышел из игры и заново надо воду. Нет, вода-то есть, была, но я ее уже все потратила. Да нет, поливать нужно снова. А так, пока не выходишь из игры, полив действует. Да, это тоже, и удобрения. Да, и удобрения исчезают, когда это... А я вот в прошлый раз расширял ангар, посмотрим. Он расширен, отлично. Все, ребят, пойду сейчас продам все, что я вырастил. Подходим. Что продать? Грибочек, грибочек. Медь дорого стоит? Но медь я, наверное, продавать не буду. Из меди можно строить. Из нее можно делать гвозди, например, или проволоку. Попробую за 30 кристаллов открыть. Какой мне питомчик здесь выпадет? Буйвол! Животные активирую. И что он может делать? Пока ничего. Пускай занимает фураж. А тут оба животного, оба, получается, то, что ты нажмешь, то и делают. А, для обоих сразу, да? Да. Семена голубики. 20. Ого, 1500. Не, 10. Подтвердить. Помидорчики. 20. Даже 30. Подтвердить. Арбузик. 20. Подтвердить. Мне осталось 400 монет. Я хочу сходить к тому чуваку кое-что купить. Куплю себе косу. И топор. Тебе еще хватает на кирку и на тяпку. Кирка у меня есть. А тяпку, каменная мотыга, тоже куплю. А вот какая-то штука, не знаю. Что-то осматривать, непонятно. Ну что ж, займемся фермой.
Это ты у меня посадила? Да, у меня, правда, не хватило денег на еще удобрение. А это еще и удобрение? Я забыл удобрение купить. Ёлки-палки, ладно, арбузик, садим. Ребята, вот такой огромный огород у меня уже, но я его весь засадил. Это не очень здорово. У меня нету места, придется вскопать еще. Знаешь, что ты можешь поставить? Что? Торговую площадку свою. И там что-то торговать? Да, например, ты можешь обменять грибы на монеты. Или, например, на другую посадку. А, то есть я могу продавать что-то? Да. Нажимай на изменить. Вот, смотри, ставлю что-нибудь, да? Слева ты ставишь что-нибудь, что ты обмениваешь, и на что ты обменяешь, справа ставишь потом. Так, хорошо. Медь. А сколько стоит медь? 15. Можешь еще увеличить, вон стрелочки есть. Ну, сколько, количество. А. Вот. А цена, мне нужна деньги. И я их продам за 80, а стоит 60. Я продам за 80. Готово. Так тут много разных этих можно делать, да? Да, но все равно лимит есть. Лимит есть, хорошо. Поставлю древесину, вдруг кому-то надо. Поставлю все. И выберу деньги. 190 продам за 120. За 150. Есть. Все, навел здесь порядочек, уборочку. И теперь надо собрать весь урожай. И продадим его. Посмотрим, сколько дадут в этот раз денег. Все, можешь в ангаре войти. Это амбар. В амбаре найти все, что я тебе насобирала. О, молодец. Привет, дружище, торговец Том. Хочу кое-что тебе продать. Рита, я зарабатываю 2539 монет. Ого, обалдеть. А голубя тоже могу продать за 250 монет. И быка могу продать, но я его этого делать не буду. Это мои друзья, я не буду их продавать. А где они? Я что, их продал? А, нет. Вот такой огромный огород у меня стал. Так я все здесь красиво расчистил, попутешествовал полностью по территории, узнал, что можно открыть вот здесь, там и еще кучу разных локаций. И вообще мне здесь очень нравится играть вместе с дочкой. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока. Пока-пока. Мы представляем новинки нашего магазина Папа и Дочки. Интересные футболки и другая одежда с принтами, двойной цвет. Вот такая раскраска с нами на всю футболку. Вот такая раскраска, яркие желто-зеленые цвета. И вот такая черно-белый принт. Футболка, кругляшочки. И вот такая оригинальная называется «Фокус». И она с оптической иллюзией. Надписи Roblox в реальной жизни будут видны 3D-эффектом. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку папы и дочки яркие. Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбирайте здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, папа и дочек, тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества. Посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так: papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда «Папа и дочки». Кстати, такой мерч – это крутой подарок на день рождения.